Официальный диалог на базе торгово-промышленной палаты получился достаточно продуктивным. Предварила встречу большая экскурсия по объектам, заинтересовавшим бизнесменов Тюрингии. Масштабные производственные возможности, деятельность свободной экономической зоны, открытые гостеприимные потенциальные партнеры – все это смогли увидеть и оценить зарубежные гости. Наша цель – связывать контакты с предприятиями Брестской области, Брестским регионом. Наши предприятия – малые, средние предприятия из федеральной земли Тюрингии. И нам хочется познакомиться с этим регионом, с Брестским регионом, и связывать контакты, чтобы создать бизнес здесь, в Беларуси, чтобы создать сотрудничество. Визит бизнесменов в Тюрингии ответный. Белорусская делегация уже посещала своих партнеров за рубежом. Тем для открытого диалога немало. Развитие совместных инженерных и строительных проектов, работа над медицинским оборудованием, передовыми технологиями, консалтинг. В современных экономических условиях вести бизнес в партнерстве значит открывать новые возможности, лучше взаимодействовать на рынке. Кроме того, представители делегации Тюрингии отмечают высокую квалификацию белорусских работников, их ответственность, что влияет на эффективность оказания услуг. Мы по своей специальности обычно работаем в субподряде именно для оснащения зданий, отопления, вентиляции, электрические системы, слаботочные системы. Мы работаем в Германии уже, ну, можно сказать, почти 30 лет. Работали много в России, были уже кое-какие мелкие проекты в Беларуси. У меня компания в России тоже были, в Москве. У меня замечательные сотрудники из Беларуси были, очень замечательные, поэтому я знаю, что здесь очень надежно строят, очень хорошо строят, очень серьезно относятся к всем этим делам, поэтому мне очень интересно сюда приехать, может быть, найти партнеры, где возможно найти проекты, которые можно совместно реализовать. Кроме того, регион готов к инвестиционным проектам. Вкладывая свои деньги в развитие производств, организации на Брещине, зарубежные партнеры гарантированно получают дополнительные преференции и открывают новый этап в развитии производств. Есть и проекты с Березовским комбинатом строительных материалов, это проекты по плитке, есть и проекты с малым бизнесом. И сегодня в ходе нашего B2B, я думаю, что мы найдем новые проекты, которые можем реализовывать с нашими партнерами. В первую очередь, конечно, мы заинтересованы в приходе сюда немецкого капитала. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.